Всем привет, дорогие друзья, с вами Леонид и... Всем привет, дорогие друзья, с вами Джек. Короче, у вьетнамцев... Раз, два, три, четыре, пять контрольных точек, а у нас одна в общем. Как делается? А? А почему так жестоко все время? Еще их захватывать по 26 секунд. Пипец, конечно. Пока мы тут будем захватывать, нас могут сзади пристрелить и все. Или ножичком пырнуть. Не, я серьезно говорю. Что это там было? Что это там было? А, это я видел. Нет. Да, блин. Чего? Никогда не ожидал, что сам себя убью. Стоял, а он ему пофиг. Пропустил только то, что я стоял рядом с вьетнамцем, а он меня даже не видел, и я его пристрелил. Да блин, что ты по телевизи делаете? Вот опять.
трёшки. Мы сейчас можем реально сейчас взять и проиграть. Блин! Да ты вьетнамцы вообще уже офигели. Не, я кричу, потому что у меня блокада тут стоит. А? Я кричу, потому что я умер в блокаде. Да ё-моё, а. Что же с вами такое делать-то надо? Надо их превратить в газет. Донец, ты слышал меня? А? Что сказал? Ты... Ещё раз повтори. Их надо превратить в газету. Мне надо их... самое... садить на штуку, которую... Как сходить там? Ой, ё-моё. Сколько наших, сколько. Их тут умер. Просто вымерло. Так. Так, надо вперед идти. С гранатой. Да ё... Опа. Вьетнамец. Дай. О, господи. Не, ну серьезно уже. Перебор. Короче, мы сейчас можем проиграть. Да что же такое-то? Ну если проиграем, то проиграем. Проиграть так может и проиграем. Но мы можем сейчас проиграть с крупным поражением. Сейчас подожди. Я не знаю, что лучше с игроком. Никогда не ожидал опять же, что сам себя гром. Сейчас, возможно, вообще поражение. Нет, ты не проиграешь. А тут уже процесс необратим. Тут уже 26 против 14. Кстати, ты знал, что у Тайлунга есть это племянник? Ну, может быть, он и есть. Только племянник Тайлунга, он вообще не злой, он хороший. Проиграем. Угадай, какой мне персонаж нравится из Кунг-Фу. Чё, племянник Тайлунга, что ли? Нет. Даёшься? Или это как его? Тигрица. Что? Мы проиграли, короче. Короче, мой Тайлунг. Да ладно. Серьезно. Вот. Ну, а еще всем спасибо за просмотр. Ставим лайки. А? Ставим лайки. Подписываемся на каналы наши. Оставляем наши ваши чудные комментарии, которые мы читаем. Ага. Но я не отвечаю на них, но читаю их и стараюсь на них отвечать. Ну, всем спасибо, всем удачи и пока.
Пока-пока. Пока-пока, goodbye. Bye-bye. See you later.